Мої вітання усім, хто разом із нами на Політека. Скайпом спілкуємося з політичним експертом та головним анархістом України Михайло Чаплига. Разом із нами, пане Михайло, доброго вам здоров'я. Доброго і вам. Я вітаю вас із днем народження. Який ви святкували в Ірані, в Тегерані, ви повернулися, з цим я вас також вітаю, щастя, здоров'я і всебічних вам успіхів, пане Михайло. Дякую і, пользуясь случаем, приглашаю всіх посетити Іран, прекрасна страна, повірте, ніякого дискомфорту, живуть рази в 4 краще, ніж ми, ціни рази в 4 дешевле на все. Самая дорогая гостиница в Исфахане, самая дорогая, на двоих сутки с завтраком в ханском стиле $40. Так что, друзья мои, открывайте Тегеран, открывайте Иран, приезжайте, делайте бизнес, нас там ждут. Welcome to Iran. Ну, ми з вами сьогодні будемо говорити не про іранську політику, хоча я розумію, що після ваших відвідин цієї країни, я думаю, що вам є дещо сказати, але говоримо про нашу вітчизняну українську політику. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розпочав збір підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, а пізніше Арахамія вдруге підготував звернення щодо звільнення Разумкова вже особисто від себе. Тут процитую пана Разумкова. Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади голови Верховної Ради. Відповідну пропозицію подав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамі. І Разумков також додав, що він відразу розписав документ на апарат Верховної Ради. Скажіть, будь ласка, невже настає розв'язка у цьому протистоянні «Слуг народу» і Дмитра Разумкова? І наскільки високою є ймовірність того, що Дмитро Разумков позбудеться крісла голови Верховної Ради України? Вам слово. Ну, давайте розбиратися в цих хитросплетеннях. На самом деле, тут, возможно, нет прямого линейного сценария, и слишком много интересов переплетено, и каждый из игроков, который вовлечен в этот сценарий, имеет свой подсценарий, ну и хитро, знаете, там, хихикает над всеми остальными. Значит, что мы имеем, ну, как бы в базе, да? Давайте факты просто. Факт первый. Каким-то странным образом фракция «Слуг народа» умудряется в закон про олигархов, умудряется всунуть взаимоисключающие нормы, которые превращают этот закон, мягко говоря, в глупость. Ну, то есть нерабочую, причем еще и глупость. При этом совершенно очевидно, что глава фракции, ну, не мог не знать о том, что такие правки голосуются, тем более, если они поддерживаются большинством. Точно так же спикер парламента не мог об этом не знать. Это факт первый. Факт второй. Как только этот закон был проголосован, Разумков фиксирует позицию и говорит, что немедленно после того, как этот закон будет подан ему на подпись, он его сверит, очень хитро улыбаясь, сверит с тем, что голосовали в зале, и обязательно в тот же момент его подпишет и перебросит этот пылающий пирожок, перебросит лично Зеленскому. Тем самым ставя Зеленского на растяжку и превращая его либо в клоуна с одной стороны, потому что его же фракция проголосовала за глупый закон, если президент его подпишет, либо превращает его, ну, в, скажем так, не совсем правильную позицию, если он заветирует собственный закон, который же сам и лоббировал, и которому якобы аплодировал, и вернет с правками обратно в Раду. Оба варианта критичны и плохи для Зеленского. И об этом прекрасно знал и Арахами, и Разумков. Теперь далее. Далее разворачивается целая картина со снятием Разумкова. Причем картина с каждым новым шагом все больше превращается в фарс. Сперва Арахамия идет и, значит, подает бумагу от имени фракции, действительно на бланке фракции, подает о том, что он хотел бы получить подписные листы. Далее, естественно, ситуация фиксируется и раскручивается в СМИ с подачи того же Разумкова и с подачи отдельных слуг народа о том, что это, мягко говоря, либо незнание закона, а регламент у нас является законом, либо вселенская глупость, потому что такого нет, либо это подстава фракции, потому что фракция за такое не голосовала. То есть Зеленского еще раз, помимо предыдущих, пара Арахамия и Разумков превращают, ну, мягко говоря, в такого, ну, не совсем серьезного политика, как бы это культурнее сказать. Вот. И уже, извините, полстраны начинает просто тупо смеяться с этого всего. Но как только смех достигает апогея, оказывается, есть вишенка на тортике. Арахамия умудряется пойти
и подать еще раз, но уже лично от себя, как это предусмотрено действительно законом, подать лично от себя письмо о получении подписных листов. Ну, то есть уже это абсурд абсурда уже. Доведено полностью, до вся эта ситуация доведена до абсолютнейшего абсурда. То есть реально превращается это все в шапито. И, собственно говоря, на фоне такой клоунады Саакашвили, который якобы находится вообще в Трусковце, знаете, вот создается впечатление, что цирк уехал, но некоторые сотрудники задержались и почему-то поехали опять ко мне в Трусковец. Пане Михайло, я вас тут перерву. Вы кажете, что Саакашвили находится у Трусковці? Ну, это не я говорю, это говорят, скажем так, те, кто за этим делом наблюдают в Грузии. Одна из телекомпаний, которая сказала, что это все глупости. Дело в том, что это уже не первый раз он так ездит, он уже один раз так летал в Грузию. Вот. С тех пор, после прошлого раза, когда над ним посмеялась вся страна, ему предложили в следующий раз посадочный талон фотографировать. Он уже раз билеты фотографировал, электронные причем. Для того, чтобы получить визу в страну, электронного билета достаточно. Но для того, чтобы въехать, очевидно, нужно получить посадочный талон і зареєструвати. В контексті Саакашвілі ми ж не забуваємо, що проти нього відкриті кримінальні справи правоохоронними органами Грузії. І тут треба цю історію проілюструвати, тому що нашим глядачам завтра, 2 жовтня, відбудуться місцеві вибори у Грузії. І таким чином певний такий підігрітий політичний інтерес до цієї події хотів пан Михайло. Ну, очевидно, да, но на самом деле ничего тут такого нет, это уже один раз было, знаете, первый раз-то кажется смешным, дальше это уже трагифарс какой-то, вот, сидит он, судя по всему, уже несколько дней сидит он в Трусковце и готовит эту встречу вместе с Миловановым, я так понимаю, у Зеленского какой-то талант собрать лучших представителей этой профессии юмористов в одном месте. Но, к сожалению, речь идет о нашей стране и нашем парламенте. Мне очень жаль, что это превратилось уже, сельский цирк, к сожалению. В общем, товарищи собрались там. Вы думаете, это в первый раз такое? Я вас расстрою. Вспомните, пожалуйста, времена Кучмы. Помните тогда, если я не ошибаюсь, при содействии Медведчука или там других называли, когда очень нужно было устроить конституционный переворот и сменить руководство парламента. Я надеюсь, вы все помните, что тогда парламент, вопреки регламенту, собрался в Украинском доме. И в Украинском доме с нарушениями регламента проголосовал за новое руководство и комитетов, и руководство Рады, и за многое-многое другое. Все это уже было в истории. И точно так же сейчас, только вместо Украинского дома и Медведчука выступает лично Зеленский и Трусковец. Вот и вся разница. То есть тогда это делал Медведчук, сейчас это делает Зеленский. Тогда это было в Украинском доме, сейчас это в Трусковце. Один в один, полностью. Но разница заключается в том, что на тот момент, когда это делалось в Украинском доме, закон о регламенте отсутствовал. Тогда был регламент Верховного Совета, утвержденный постановой. То есть сами себе утвердили внутренний регламент. Это не был закон. Закон о регламенте был принят в 2010 году. С тех пор это стал закон. И, собственно говоря, если вы хотите что-либо сделать по смене руководства парламента, вы должны хотя бы как минимум относиться с уважением к Конституции и закону. Особенно, если будет присутствовать президент, который является гарантом прав и свобод, в тому числі конституційно. Пане Михайло, от колеги-журналісти поцікавилися у Давида Арахамія, чому, власне, він і розпочав оцю процедуру щодо звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Я процитую Арахамію, і він сказав наступне, дослівно. Кажуть, що я не так подав запит на ці листи, що я не знаю регламент. Можливо, так дійсно, я не до кінця знаю цей регламент, але краще не знати регламент, ніж потім захищати Медведчука на Раді національної безпеки та оборони. Люди точно зрозуміють, яка позиція правильна, тому що регламент – це юридичне управління і таке інше. І Арахамія також додав, якщо людина більше не слуга народу, йдеться, звісно, що про Дмитра Разумкова, чи не співпадають в неї думки зі слугою народу, вона просто буде замінена, як усі інші посади у кабінеті міністрів. По-перше, як вам така аргументація? І що, власне, не співпадає? В чому розбіжності між слугами народу і Дмитром Разумковим? Тому що від Арахамії поточнень так ми і не отримали. А першоджерело або природа цих розбіжностей в чому полягає? І в чому ці неспівпадіння?
Ну, давайте начнем с того, что, честно говоря, мне очень стыдно за то, что господин Рахамия представляет украинский народ. Я думаю, что власть скоро изменится, и мы зададим вопросы о том, как он получил гражданство, что у него еще есть помимо этого прочего. Мы проведем серьезную ревизию этого всего. Я думаю, что важно, чтобы они на тот момент не успели покинуть пределы нашей страны. Это кратко о том, что позволяет себе гражданин Рахамия, получивший гражданство от Украины, то есть от нас с вами. Хочу напомнить, что гражданство Украины дает, естественно, президент указом своим, но это решает, то есть от имени народа. И если кто-то, получивший гражданство Украины, начинает оскорблять этот народ и начинает презирать законы этого народа и государства, при этом от имени этого президента представляет его в парламенте, то такой человек должен сначала ответить по всей строгости закона, а потом, возможно, получить возможность покинуть нашу страну, лишившись гражданства. Это моя позиция. Теперь идем далее. Господин Рахамия не может не знать регламент, потому что в таком случае он некомпетентный. Это я очень культурно сказал. Хотелось сказать покрепче. Потому что не может глава монобольшинства и глава президентской фракции не знать закон. Нет, не внутренние какие-то документы, а закон. Закон о регламенте. И он точно так же должен знать, что для того, чтобы этот закон действовал, в нем прописана определенная система сдержек и противовесов. Глава парламента не является делегитивной посадой от монобольшинства или коалиции. Нет, это глава парламента. Он избирается всем парламентом. Есть процедура избрания и процедура отзыва. Для того, чтобы отозвать главу парламента, необходимо его уличить в чем-либо, в том, что он недобросовестно исполнял свои обязанности. Как минимум один раз, а вообще-то в регламенте написано три, его должны были отстранить от ведения заседаний за нарушение. Если кто-либо сейчас из зрителей может назвать хотя бы одно зафиксированное нарушение главы парламента, пожалуйста, сделайте это. Далее. После всего того, то есть после всех этих отстранений и так далее, должно быть решение регламентного комитета. Да, депутаты могут собрать 150 подписей, конечно же, и что? И ничего. Потому что глава парламента, как глава одной из трех ветвей власти, защищен от волюнтаризма. И, собственно говоря, то, что сейчас делает Рахамия, он не понимает. Это называется волюнтаризм. А если это перевести на юридический язык, президент, нет никакого Рахамии, нет никаких слуг. Есть лично президент. Так вот, президент занимается узурпацией и переворотом, конституционным переворотом. Почему? Потому что он пытается в непредусмотренный законом и конституцией способ изменить балансы в парламенте и влиять напрямую на неподконтрольную ему ветвь власти. Пане Михайло, тобто він займається узурпацією. От з вами також, як з людиною, яка досконало знає юриспруденцію, ви ж правозахисник, от пан Рахамія закидав Дмитру Разумкову, що він скликав позачергове засідання парламенту, перебуваючи на самоізоляції у зв'язку із хворобою на коронавірус. Дмитро Разумков хворів, знаємо, зовсім нещодавно, і Рахамія, мовляв, бідкався. Ну як так? Ви, пане голово, хворієте, а підписуєте розпорядження. Разумков каже, ну так я ж дієздатний, я так. Я хворію, але я можу підписувати документи. Ну, Рахамія розводить руками, там, знову ж таки, аргументація далі на цьому і закінчувалася. Це щодо ваших слів, щодо ймовірних порушень там регламенту, Конституції з боку голови Верховної Ради України. Річ в тім, що нічого він не порушив. Людина, яка знаходиться на обраній посаді, він знаходиться на этой должности, человек находится независимо от того, болеет он или нет. То есть он может уйти по состоянию здоровья, по собственной воле, его могут убрать оттуда за нарушение, либо в случае потери мандата. Но если человек находится на больничном, он вполне может работать с почтой и с документами. Точно так же, как это может делать президент, в том числе и на борту самолета. И может и там подписывать указы. И о Рахамии ли это не знать. Но к чему я веду? Мы уже много об этом говорим, но я веду к тому, что вполне возможно это игра Рахамии, но уже против Зеленского. Уж больно топорно Рахамия превращает Зеленского в посмешище. Потому что вся эта кампания, когда вот эти вот поправки принимали закон про олигархов, как это было, ну, мягко говоря, превратили президента в такое смешное существо, как это пытаются делать сейчас с Разумковым, доводя ситуацию до какого-то театрального абсурда. И все это делается с абсолютно серьезным лицом со стороны Рахамии.
есть подозрение, что Арахамия уже давно играет против Зеленского, играет вместе с Разумковым, и играют они вместе с теми же олигархами, которые в свое время ставили Зеленского, играют свою собственную партию, а Зеленского просто сливают и превращают в сакральную жертву, которую нужно будет принести во имя нового Зеленского на этом посту. Тобто, пане Михайло, публично все виглядає, що Дмитра Разумкова свої ж зливають, тому що слуги народу піднімають питання щодо відсторонення голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який був очільником цієї політичної сили на парламентських виборах 2019 року, був першим номером, щоб все публічно виглядало, що всі вогняні стріли летять в його адресу, на його адресу, а насправді це гра проти Володимира Зеленського і створення нового політичного ідола, лідера, якого звати Дмитро Разумков. Тобто ви цю версію зараз намагаєтесь нам пояснити, так? Ну, я пытаюсь не просто ее объяснить, я ж много лет отдал политтехнологиям, честно говоря, трошки владею ситуацией. Так вот, все то, что происходит, говорит именно об этом. Я не могу утверждать, поскольку этого плана в писанном виде я не видел, но если бы меня как эксперта спросили, что происходит, я бы сказал, Арахамия в союзе с олигархами, которые в свое время привели Зеленского к власти как куклу, сливают его, потому что почему? Многие скажут, что это невыгодно никому, да, то есть никогда олигархи так не кушали вкусно и дешево, как это они делают сейчас, поэтому им нет причины что-либо менять. Да? Но на самом деле, когда очень много вкушать вкусно и дешево ценой народа, народ начинает искать, кого же принести в жертву за это все. И явно же олигархи себя в жертву приносить не будут. Да, они являются следствием, ну то есть их действия приводят к такому следствию, как озверение народа. Да? Соответственно, да, им хочется кушать вкусно и дешево и далее. Поэтому раз уже озверение народа дошло до определенной критической точки и дальше может рвануть, значит, нужно кого-то принести в жертву, кто ассоциируется с этими переменами в стране, которые они называют трансформацией, поставить другого такого же, знаете, как батарейку в часах заменить и продолжить кушать вкусно и дешево, но все же как обычно. Но нужно принести кого-то в жертву. Кого же принести в жертву? Себя или Зеленского? Вот и появился некий союз Арахамии, олигархов и Разумкова в том, что да, ну раз уже ситуация, раз батарейка уже сдохла, значит, нужно ставить новую батарейку. Пане Михайло, при этом они вот играют такую игру, якобы услаждая Зеленского, хотя на самом деле то, как они это делают, говорит о том, что его просто сливают, вот, и по большому счету готовится новый проект, причем очень быстро, прямо сейчас, потому что выглядит в данном случае Разумков как защитник Конституции и прав, а Зеленский выглядит как узурпатор, да еще и необразованный ко всему. Ймовірний пазл, знаєте, цікаво складається, але знову ж таки, ми з вами знаємо, і наші глядачі, власне, ті люди, які активно цікавляться політикою, пам'ятають, що Дмитро Разумков – це політтехнолог, ну, в першу чергу. І досвід у нього є ого-го який. А, можливо, цей сценарій того, що ми спостерігаємо вже кілька місяців навколо його персони, це, власне, реалізація писаного ним сценарію або реалізація того сценарію, який був створений у співавторстві з Разумковим? Ну, возможно, оба варианта. Ну, Диму я уважаю как профессионала высокого уровня. То есть я тоже много лет отдал технологиям, с Дмитрием мы давно знакомы. Но это почерк профессионала. Поэтому вполне возможно. То есть мне сложно сказать, кто автор этого всего, или это коллективный автор. Но сделано гениально. То есть, смотрите, в чем проблема Зеленского? То есть очень просто, на пальцах. Проблема Зеленского в том, что если он не избирается на второй срок, он становится сакральной жертвой. Даже если он убежит куда-то за рубеж, его все равно найдут и вернут. Это уже подвиг Януковича скрыться в России у Зеленского не пройдет. Ему нужно будет ответить. Поэтому единственный вариант для его окружения, для Зеленского, это второй срок. Но как получить второй срок, если очередные выборы парламента на много месяцев раньше, чем очередные выборы президентские. Если президент получает парламент неподконтрольный ему, более того, оппозиционно настроенный, а с каждым днем озверение народа становится все больше, это означает, что его снесут вот буквально за месяц-два до очередных выборов. Он не станет второй раз никаким президентом. Соответственно, ему нужно решить дилемму, ему нужно каким-то образом
с одной стороны, сохранить лояльное большинство в парламенте, при этом избраться еще раз президентом. Это значит, что ему нужно каким-то образом сделать так, чтобы президентские выборы были раньше, чем очередные парламентские. Вот и все. Но поскольку с парламентскими такая фишка после решения Конституционного суда не пройдет, то есть выборы будут все равно, ну, так как они есть очередные и внеочередные, то он хочет провернуть подобную фишку с собственным переизбранием, причем желательно до зимы. Для того, чтобы себе переизбраться, ему необходимо, чтобы кто-то был местоблюстителем 60 дней, поскольку спикер исполняет обязанности президента. Соответственно, ему нужно быстренько избавиться от Разумкова любой ценой, значит, и провернуть вот такие вот перевыборы себя. Но не он один такой умный, потому что этого сценария, то есть сперва его олигархи пугают этим всем, потом он начинает верить в то, что других вариантов нет, а их действительно нет. Ему нужно идти на перевыборы себя досрочно. Но как только он открывает ящик Пандоры и стартует на досрочные перевыборы себя, включаются все остальные, и даже те, кто ему, собственно говоря, его толкали на этот сценарий, могут оказаться, что они играют совершенно другую фамилию. Кто-то будет играть в Разумкова, кто-то будет играть в меня, кто-то будет играть в других фамилий. Вот. И очень возможно, что при таком раскладе у Зеленского не останется вообще шансов никаких. Поэтому к чему веду? Веду к тому, что сейчас все сценарии возможны. Все просто ждут, когда Зеленский откроет ящик Пандоры, когда он сделает то, что в свое время Медведчук в украинском доме сделал. Сейчас Зеленский должен сделать это в Трускавце. Ждут. Вот, чем это закончилось, знают тоже вот все. Щодо Трускавца зараз будемо говорити. І цікавий момент є, який можемо з вами висвітлити, обговорити. Є інформація від ЗМІ, що «Слуги народу», які, я так розумію, залишилися у Києві, сьогоднішнє ток-шоу Савіка Шустера бойкотуватимуть. Вони на нього не прийдуть у зв'язку з тим, що там виступатиме Дмитро Разумков. Можемо, зокрема, поговорити і про таку от поведінку народних обранців щодо неучасті у політичному ток-шоу, тому що там є їхні колишні лідери, а нині голова Верховної Ради пана Разумкова. Щодо Трускавця, от вирішили зібратися на великій нараді чи на тімбілдингу представники президентської партії. Я, чесно кажучи, не розумію, для чого збиратися у Ріксосі, у Трускавці, оскільки у вас є робоче місце. Верховна Рада, є комітети, є кінозали при комітетах. Там місця вистачить усім, щоб зібратися і обговорити нагальні питання. Доводилося мені проходити стажування у Верховній Раді. Я знаю інфраструктуру парламентську, що де розташовується, але все ж таки обрали вони той Ріксос, Бог з ним. У нас є відео авторства одного з народних депутатів, який зараз перебуває там, і що він нам показав, і що розповів, зараз ми і дізнаємося, будь ласка. Ні, ребята, золотого унітаза в номері. Чесно, я навіть немножко грустно по цьому поводу. Зараз, де-то здесь живемо. Двухместный номер. Сказали, живем подвое, только не понял, почему кровать большая. Сейчас подожду соседа, узнаю, кто этот счастливчик. Знаєте, яка велика прикрість бідкається цей народний депутат, що не має золотого унітазу. Ну, хоча це іронія, але з певною такою зацікавленістю він реагує, що спатиме на одному ліжку з кимось. Знову ж таки, пане Михайло, питання: чому не можна велику нараду там за участю президента, навіть того ж Саакашвілі, подекують, що і Баканов, і Монастирський також туди поїхали, провести у Києві? Ну, якщо не в Києві, то у Конча-Заспі. Нащо туди їхати в той Трускавець? Ну, ответа у меня нету. Наверное, они хотят осквернить мою родину. Мне кажется, Зеленский решил таким образом, как бы, знаете, вот мне лично, я с Борислава, то есть Трускавец родной город. Вот, наверное, это просто какие-то вот личные у Зеленского есть претензии к Трускавцу. И вот они хотят его осквернить. Вот, осквернить это одной кроватью на двух каких-то депутатов там и так далее. Ну, каждый по-своему это реализует в рамках свободы, так сказать, выбора партнеров. Но если бы депутаты Зеленского были настоящими депутатами, они бы платили сами за свой счет. Скажите мне, пожалуйста, что это за депутат, который находится на службе у народа, которому кто-то что-то оплатил, и он поехал, он даже не знает, кто это. Он вообще читал закон про основы борьбы с коррупцией, засады борьбы? Да, он это понимает вообще? Он понимает, что сейчас он совершает коррупционное действие, потому что ему оказывают услугу. Он даже не знает, кто ему оказывает эту услугу материально. И он в этом сознается на камеру. Вы это понимаете? То есть они настолько, извините, тупые,
Они сами дают свидетельские показания о себе против себя. Дают и думают, что это хорошо, что это правильно, что это не будет зафиксировано, не использовано против них. Будет. Будет. По каждому. Теперь касательно того, почему они поехали туда. Очевидно, они хотят, ну, Раде не доверяют, значит, может быть, там, не знаю, УДО они уже не доверяют, кому они там еще могут не доверять. Вот, очевидно, им нужно где-то собраться и в неформальной обстановке, потому что если вы соберетесь в парламенте, это все серьезно, это регламентировано, то есть это будет серьезный разговор, это работа. А они привыкли решать, знаете, вот такая эпоха Решалова. Решалова – это когда вы вечером там по 50 и по-понебратски вы начинаете решать. Да, что ты дашь мне, а я тебе дам голос, а что с тобой будет завтра, а ты, если ты не проголосуешь. Ну, такое чисто мурчание, знаете, такое 90-е. Видимо, Зеленский застрял в 90-х, и у него такое мурчание. И вот они едут в Трусковец помурчать, знаете, вот жалко. То есть Трусковец уже давно не мурчащий город, но Зеленский решил вот экстраполировать свои, так сказать, понимания из Кривого Рога, видимо, там своего детства, экстраполировать теперь на современный Трусковец. Вот, поэтому они не собираются в Киеве. Вот. Потому что, собственно говоря, ну, как бы какой-то цели, предусмотренной законом или Конституцией, у них нет. У них цель другая. У них цель, ну, скажем так, неформально потереть о том, значит, какая судьба у депутатов, которые не будут поддерживать лично Зеленского, вот, какая судьба у Зеленского и что нужно делать в парламенте сейчас в способ, не предусмотренный законом. Поэтому был избран именно Трусковец, именно Риксос, за чужой счет, причем за чей депутаты не знают, что является коррупцией. Вот. И, собственно говоря, поэтому вытерли ноги и о регламент, и о Конституцию, и о порядок, и о многое-многое другое. А тут також повідомляють, що у нас є відео Давида Рахамія в Трускавці, заявив, що взяв підписні листи за відставку Разумкова не для того, щоб його відправляти у відставку. Будь ласка, покажіть нам це відео. Цікаво було би подивитись його. Ми не збираємо голоса за Разумкова. Так ви ж подали підписний лист. Підписний лист взяв. Я нічого не збираю. Там ноль будучи, там навіть моє не буде. А коли буде? На пленарному тижні? Якщо треба. Ну, зараз вийдеться. Так, підписний листок, це ні о чому не говорячий факт. Тобто збирати не... А для чого тоді їх брали? Користатися правом народу. Знаєте, пане Михайло, чомусь згадується, що ж ти, фраєр, здав назад? Вы знаете, это ничего не сдавал назад, он просто хамит и моет лицо росой от имени Зеленского, умывает лицо росой всем украинцам. Но если ты первый раз от имени фракции идешь получать листы, над тобой все смеются. Ты идешь и с упорством дятла, идешь и выставляя Зеленского на посмешище, идешь и еще раз получаешь эти подписные листы. Потом ты еще раз выставляешь Зеленского на посмешище, говоря о том, что да, я листы взял, но подписывать их не будем. Ну логично, а зачем ты их брал, если ты их не собираешься подписывать? Ну, вот. Ну то есть зачем вообще это все было? Ну, вот. А он, ну, улыбается, идет себе по лестнице дальше. Я думаю, что все наши зрители должны понять, что таким образом Рахамия просто демонстрирует отношение Зеленского к парламенту, к нам, с вами. То есть, ну знаете, как, наверное, говорите. А мы вот видели, как это делал Медведчук, теперь мы будем делать точно так же. Медведчука мы, мол, посадили, сейчас мы теперь вместо него будем. Они же ничем не отличаются, понимаете? Но и итог будет тот же. Я вам сразу скажу, итог будет тот же, чем закончил Кучма и вся вот это вот, все, что было в тот период. Один в один, только чуть раньше и чуть более жестче, потому что уже после этого был казус Януковича. Вот. Они просто еще этого не понимают. Им кажется, вот это пацаны, знаете, такая пацанва 90-х. Вот. Им кажется, что они владеют миром, потому что у них много денег. Ну, такое себе, иллюзия еще та. Вот. Поэтому подобное поведение говорит о том, что люди плевать хотели на закон, плевать хотели на Конституцию, плевать хотели на людей, плевать хотели вообще на все. То есть их задача нагрести бабла и, собственно говоря, установить свою не совсем образованную диктатуру. Пане Михайло. Но при этом один есть нюанс. При этом я хочу сказать, что кто такой Рахамія, наверное, не знает никто и знать не будет. Но еще раз, вот подтверждение моей версии о том, что Рахамія сознательно, целенаправленно доводит ситуацию до глупейшего абсурда, представляя Зеленского глупым диктатором, это подтверждает мои слова. Значит, Рахамія играет вместе с олигархами, играет ставку на Разумкова для того, чтобы представить Дмитрия пострадавшей жертвой, а это ключевое в политтехнологиях, нужно быть пострадавшей жертвой. Причем пострадавшей от рук необразованного диктатора-узурпатора. Причем пострадавшей за защиту права, закона и Конституции. Великолепный старт. Именно это делает Рахамія. При этом он превращает Зеленского в какого-то необразованного клоуна-диктатора. Вот все, версия сошлась. Еще раз я подкрасиваю,
що дійсно цікаву таку нам політехнологічну версію представили. І на завершення нашого спілкування ще одну таку тему з вами обговоримо, почуємо коментар від вас. Для завершення облаштування кордону з Росією та Білорусією необхідно 17 мільярдів гривень. Їх Міністерство внутрішніх справ просить Кабмін закласти в державний бюджет на наступний 2022 рік. І про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час візиту до Луганської області 1 жовтня. Він оглянув нещодавно облаштовану ділянку кордону і запевнив, що система здатна протидіяти потенційним спробам вторгнення, диверсійного проникнення, нелегальної міграції та контрабанді. Однак, за його словами, для повного облаштування кордонів потрібно 17 мільярдів гривень. Вдумайтесь в цю суму. Ваш коментар, пане Михайло. Ну, а що я можу сказати? Тобто, знаєте, лаври Яценюка, очевидно, не дають покоя Зеленському, не дають покоя Шмигалю, не дають покоя Монастирському. Я думаю, що це не ініціатива Монастирського, йому просто сказали, щоб він її озвучив. От, і, очевидно, реалізовувати це буде не Монастирський совершенно, будуть совершенно інші люди це робити, як це було при Яценюке. Тобто, очевидно, товаришам потрібно... Ну, нужно освоить достаточно большую сумму денег, причем желательно сейчас под выборы. Вот и начать этот процесс уже прямо. Это же нужно в бюджет закладывать и так далее. Сейчас начался бюджетный процесс. Вот. Совершенно понятно, что контрабанда – это не провоз, скажем, грубо говоря, через границу в клетчатой сумке, перевоз там каких-то айфонов, водки или чего-то еще. Нет, это трошки другое. Контрабанда настоящая – это когда идет целый состав, и он оформляется документально, ну, грубо говоря, пользуясь дырками в законодательстве. Это могут делать только при условии крыши из СБУ, прокуратуры и МВД. И это все делается всегда под крышей власти. Всегда. Вот. А то, что Пане они Михайло. Говорят, там, вот это превращают в контрабанду, когда граждане там что-то через границу везут, ну, это смешно. Ваш прогноз. Відправлять Разумкову в відставку? Я думаю, да. Ну що ж, буду дякувати вам за цю розмову, за це спілкування. Михайло Чаплига, політичний експерт, за сумісництвом, головний анархіст України, був сьогодні разом із нами на Політеку. Я дякую нашим глядачам за увагу. Бережіть себе, це найголовніше.